Значит, наш поход к морским слонам начинается здесь. Это, с одной стороны, магазинчик такой, ну, немножко экзотический, ну так, в меру экзотический магазинчик в educational center вот этого парка. Вот. Здесь лекции тут и доцент всякие с кандидатами. Лекции проводят, туры проводят и так далее. Вот. А нас тут проинструктировали, как себя вести, когда мы придем к морским слоникам, как себя вести и как туда попасть, и, в общем, чтобы мы не безобразничали, где туалеты, чтобы мы там не кушали, и даже сотовые телефоны отключили, чтобы не потревожить морских слоников. Тут низкая притолока была, я зацепился. Движемся, друзья, по тропе. У нас примерно полторы мили конец наш маршрут, но точнее тут есть три точки, где смотрят на морских вот этих вот слоников. И так, самая обильная точка для нее полторы мили, а там дальше еще есть местечко, оно очень живописное. Вот тогда будет 2 мили в конец и 4 мили в оба конца. Нашим противником, друзья, сегодня является ветер, который норовит воспрепятствовать нашему общению. Вот оттуда мы по тропочке пришли. Такая местность симпатичная. И вот океан. Ну, собственно, они у воды и лежат. Мы сейчас спустимся к тому месту, где они лежат у воды. Площадочка нашлась симпатичная для съемки. Вот я снимаю для вас. Или вот такой вид. Симпатично. Мы уже почти пришли к нашим слоникам. Как вам видок, друзья? Шли мы, друзья, шли по тропе, да, и волею Божьей оказались на какой-то песчаной тут полосе. Так что, вот смотрите, я пытаюсь своим телом защитить микрофон от порывов ветра. Вот такой местностью мы движемся. Прям каракум какие-то. Вот. Трудно не согласиться с этим парнем. Да. А вот и остальные, друзья. Вот они. Ох ты, красавцы! Thank you.
Волонтер нам рассказывает, что там происходит. Он же дал бинокль, вот Гарик смотрит в бинокль вот туда, на остров. И на острове... Тысячи этих слонов. Да. На острове, друзья, раньше был маяк. И там домик справа, там домик для того, кто там жил, и домик слева построили попозже. Тот, что справа, построили в 1870-м, а тот, что слева, в 904-м. Было время, когда в Соединенных Штатах все маяки находились в управлении береговой охраны, Coastal Guard. Но потом они отдали их штату, и в какой-то момент вообще убрали этот маяк и поставили там буй такой навигационный. Его так немножко видно, он там плавает. Он радиосигнал подает. Так вот, когда ушли оттуда люди, туда стали приходить вот эти вот, вот эти слоники. И там их чудовищное количество. Вот Гарик смотрит в бинокль, а это просто завалено все ими, там живого места нет. А потом они оттуда стали уже сюда перебираться. Это произошло в 60-е, в 70-е годы. И вот в этом году уже там 150 родились прямо тут, вот на этом, все-таки на берегу, где больше, ну, отвлекающих всяких факторов. Вот, так что вот такая эволюция. До 5-летнего возраста доживает только 20% этих животных, потому что акул много. Вот они там за островом, вот оттуда. Они все время подходят. И в основном страдает молодое поколение, маленькие детвора, потому что большие уходят от акул, они глубоко ныряют. Значит, вот этот вот elephant seal, он может уйти на глубину до 1.5 километра и стоять, находиться там полчаса. Они с помощью приборов измеряют, и вот самый глубокий такой нырок был 1700 метров, и самое продолжительное стояние на глубине 1.5 километра было 2 часа. Нормальный нырок у него где-то 0.5 километра. Поэтому они так вот спасаются от акул. Значит, акулы есть. Вот, вот там за островом есть такие гнусные белые акулы, страшные совершенно. Вот там ходят, на них нападают. Любят их, акулы их любят. А у взрослой особи, уже такой серьезной взрослой, вот этот хоботок достигает где-то 2 футов, ну, считайте, 60-65 сантиметров. И это как бы элемент такой сексуальной привлекательности для этого животного. Он покусывает самку за шею, вот как коты так тоже делают, как бы ее пытаясь соблазнить, привлечь на свою сторону. Потомство выхаживает только самка, папаня не помогает. И это 4 примерно недели, и через 4 недели они отправляются в самостоятельную жизнь. Так что вот такие животные интересные. Надо сказать, что самки уплывают далеко отсюда, где-нибудь там за 1000-1500 километров, и на глубине поедают кальмаров. А самцы 2 раза в год двигаются к Калеутским островам, туда вот к побережью Дальнего Востока. И там тоже на глубине рыбу большую кушают. И вот они там сидят на острове сейчас, лежат на острове. Они могут месяц, например, ничего не есть. Им не надо, они так нажрались, что вот им хватило туда сплавать, обратно вернуться. И еще тут месяц могут ничего не есть. И так они пару раз в год делают. То есть они питаются раздельно, мальчики и девочки. И вот мужики приплывают на Алеутские острова. 60 дней они туда плывут. 60 дней они плывут обратно. 40 дней они находятся там. И что вы себе думаете делают? Они кушают рыбу. Рыбу они поедают примерно 100 фунтов в день. То есть, грубо говоря, там к 50 килограммам. Ежедневно они жрут 50 килограмм рыбы. И потом плывут сюда. И вот лежат тут, переваривают. На самом деле они линяют, у них тут линька проходит. Вот сейчас как раз этот процесс, они кожу сбрасывают внешнюю и так как-то... Для чего-то им это надо, что тут скажешь. Мы с вами, друзья, так максимум, что можем пойти куда-нибудь, нас пошкрябают мочалкой там какой-нибудь жесткой, а они вот прям всю шкуру скидывают. Такая жизнь. Вот еще одна точка более благоустроенная. Здесь все-таки деревянный настил, по песку ходить не надо. Мы с Гариком движемся. Может быть, вы слышите рев всех этих
молодцов, Elephant Seal'ов. Да. Этот народ много, как собрались на площадочке. Там было, наверное, сотни-полторы, я так прикинул на глаз. So where do you come down? Do you come down home that way? Or? Yeah. How far is it from here? Well, I came down 17. I stayed up in Las Gatas. Oh, yeah. So we're that side of San Jose. It's right into the office. So I'd say they're young, 17. It probably took me 30 minutes to get to Santa Cruz and then just whatever it took. A little bit closer. Мы слегка сместились, друзья, в сторону. Тут тоже настил очень удобно снимать. Ты видишь, какие у них хоботы, смотри, а? Да. Как у слонов. Да. Он говорил, что они могут достигать 2 фута, то есть 60 сантиметров. Да. О, пошел кабан, смотри какой. Теперь туда смотрим. А вон, видишь, целуются.